В день города Серпуховичи не только праздновали. В субботу утром сотни жителей вышли на улицы, чтобы принять участие в областной акции «Наш лес. Посади свое дерево». При поддержке администрации муниципалитета во дворах, скверах и парках высадили молодые саженцы туи, сирени и липы. В районе имени Нагина масштабные мероприятия приурочили к открытию новой зоны отдыха с большой игровой площадкой для детей. С праздником, дорогие серпуховичи! С нашим с вами праздником! И я очень рада, что сейчас мы вместе с вами сможем посадить деревья. Ведь каждый человек в этой жизни обязательно должен посадить свое дерево. Новые деревья появились в центре города, на Московском шоссе, в Ивановских двориках, на Советской и Тульской. Всего более 240 саженцев. В это же время деревья высаживали и в Серпуховском районе на территории Занарского лесничества. Здесь люди высадили сотня сеянцев сосны.